вы этого точно не знали. Младшая дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова вышла замуж за Ён Джун Вона, сына южнокорейского дипломата. Об этом сообщает американская радиостанция. Ён Джун Вон является вторым сыном бывшего адмирала и экс-сотрудника корейского посольства в Москве Ён Чонгу. По данным радиостанции, брачная церемония состоялась в июне этого года. В конце прошлой недели Ён Джун Вон якобы отправился в Москву для подготовки к свадьбе, причем его сопровождал русский телохранитель. Между тем, сам молодой человек в интервью южнокорейским СМИ опроверг сообщение о грядущей свадьбе. По словам корейца, он перестал встречаться с Екатериной Путиной еще полтора года назад. Думаю, это сказано для того, чтобы избежать лишнего шума. Но что ждем улучшения отношений между странами? Напишите в комментариях.